увидеть спустя 25 лет. Будущие выпускники нового строящегося детского сада в Лукино-Варино будут уже взрослыми людьми, когда придет время открыть капсулу с посланием потомкам. Ее торжественная закладка состоится сегодня, 7 ноября. Капает осенний дождик, впереди зима. Слава тем, кто строит теплые дома, кто свой труд отдаст стране, и кто построит садик и тебе, и мне. Пока здесь всего лишь фундамент, но будущая картина воодушевляет. Трехэтажное здание садика на 250 мест, плавательный бассейн. Здесь с комфортом разместятся 5 детских групп, включая подготовительную к школе. Строительство ведет группа компаний Су-22, выполняя обязательства обеспечения жилых районов социальной инфраструктурой. Детские сады и школы строят компания Су-22 за счет своих денег. На сегодняшний день мы начали лить фундаментную плиту, все подготовительные работы проведены. Начало строительства решили отметить старой доброй традицией. Фундамент будущего садика заложили капсулу с посланием потомкам, где выразили надежду на будущее, в котором Лукино-Варино будет все таким же комфортным местом для жизни, и каждый вложит силы в развитие малой родины. Все вместе! Раз! Главными гостями мероприятия стали дети и их родители, местные жители, для которых еще один садик в микрорайоне – долгожданное событие. Хочется сказать слова благодарности застройщику за то, что он предоставляет возможность нашим детям в ближайшее время пойти в садик возле дома, потому что здесь большие очереди, и как бы строительство нового детского садика – это одно из как бы таких величайших событий в нашем районе. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».